Поздравления с юбилеем ветеран войны и труда Виктор Григорьевич Истомин получил от президента Российской Федерации и администрации города-курорта. Из разных городов приехали отметить юбилей отца, сын Валерий, дочь Ирина, пятеро внуков. Виктор Григорьевич живет жизнью, достойной подражания. В Великую Отечественную войну он служил связистом при штабе. После Великой Победы работал токарем на ростовских шахтах. Пережить все невзгоды и печали ему помогали чувство юмора и главное правило – делать людям добро. Лариса Басова, Игорь Куршаков, «Анапа регион».